упало. Я вам скажу почему. Вот в этом году я выезжал на охоту на осеннюю, да? Вот куда я всегда езжу, это вот в Абайский район, да? Я вот сколько приезжал, я только там один и был. Охотников нет. Кризис, да, в стране кризис. Кризис не у правительства, понимаете? Кризис у народа. У народа. Если те года я ездил, я приезжал, всегда видел, там машина стоит, там машина, там лагерь, охотники стоят. Я в этот раз, вот сколько у меня возможность была, опять-таки говорю, у меня тоже сейчас возможности нет так ездить, как я ездил раньше. Я приехал, я там один, я удивился даже, почему так на осеннюю охоту вообще охотников не видно. Это осенняя охота. Дальше вот хорошо, вот сейчас осенняя, сроки весенней охоты, это однозначно ее надо передвигать. Открывают в начале апреля.